что, куда летим, где-то запустил. Можно вот там. А где ты? Ты вот здесь же, да, тыкал бункера? Бункер. Вот здесь же, да? Полетели давно. Вот бункера, вот они. Полетели, полетели народ. Да, пикнул метку. А бункера нет, они внизу, короче. Чур, вот в этих нитях я лутаю. Гранили, сяду. Домики, главное, забирайте нам. А, Вол, так это тюрьма же. Нет, это не тюрьма. Так, мы что, одни тут, что ли? А, как это? Никого не вижу пока. А, вот, слева сел, по-моему. С того конца. Или это ты там сел? Что-то не понял. Это я сел, наверное. Что значка не видно. Я зашел-то куда? Панагана опять. Не, слушай, по-моему, на дальнем конце там за зданием кто-то сел. Да, он к тебе бежит за забором уже рядом. А, ну к Игорю сейчас опасно подходить, у него сайга. Нет, нифига не опасно. Я сейчас сижу. Очень фиговой позиции, и мне нужна ваша помощь. Он там как в этом. На арене. Какая арена, к черту? У меня тут целый окоп, блин. Сколько там? Я не знаю, я одного только видел. Алис, зачем тебе мог? Один вроде садился, я больше никого не видел. Я тоже вроде больше никого не видел. Сайгу будешь брать? Кого? А, Жень, сайгу будешь брать? Сейчас погодь, подумаю. Да, буду брать. А ты что ли одну УЗИ вы... Я не верю. Ясно, он даже не... Да, сейчас я заберу или... Эти хаты вообще не тронутые, в которых я сейчас... Где ты сайгу там? А, сайга, короче, видишь, возле которой я фигни, вот прям на мостике, это как, не знаю, назвать. Там прям сайга лежит. У меня двухстволочка. Я как-то одно дуо завалил из двухстволочки. Нет, двухстволка хорошая, в принципе. Из окна под караулил одного. Это под вопрос, Игорь, ты мне патронов не додумался оставить? Нет. Я жадина. Сковородку нашел. Это самое главное в нашей жизни. Ну, второй броник тоже пригодится, в принципе. Пари! Я уже вижу. Поперло туда. Нету просто транспорта. Был бы транспорт, был бы мой аирдроп. Прям вот на холме вот падал. Просился за так,
Шутка в домах. Шлемаки не появлялись. Пати, который ты зашел, кстати, там, по-моему, первый шлем лежал. Томми Ган нужен кому-нибудь? Парням повезло. Сайга или Эмка? Сайга или Эмка? Ты давай по-честному, у тебя что второе оружие? Что у тебя второе оружие? Прикольно, у меня двое патронташных коряк и ни одного коряка. А, мне можешь отдать, у меня есть. Коряк? Да. Игорь. О, нет, я молчу. О, кала. Тайгин здесь нашел вообще. Короче, у меня две увеличенки быстрого, ой, одна увеличенка быстрого доступа, вторая просто увеличенка на СР. И... Второй калаш валять надо? Два патронташа, нет. Да, калашик валяется, я возьму на калашик. Остались. Ой, увеличенка быстрого доступа на СР. Я такая же защита. А, сейчас, сэр. О, я четырехкратник хоть нашел. Я бы сейчас бы выматерился, но... Женя, вы знаете, что сейчас было с твоем бы играли, и он... Люди, такой вопрос. У кого-нибудь есть прицел... Ой, не прицел, это увеличен. На что? На Сайгу? Там. Нет, у меня нету. Сам бы не отказался. Матер бы. Так, ну чё, мы на границе зоны смотрим. Боже мой! Кому не дам, я жадина. Чё ты там нашел, жадина? Жадина. Опа, ты хоть скажи, чё ты там нашел? Карель, 2 эмки, у меня 4 патронов на эмку. Кому не дам. Блин, оставить юмпик или не оставить? Патрики на кола. Я бы, по идее, бы понял лучше юмпик. Юмпик лучше эмки, выкидывай эмку. Нет, мне серьезно сейчас, здесь серьезный вопрос. А тут эмок полно валяется, и проблема не в этом. Серьезно спрашиваю, что лучше? Мать из чего. Там Скар лежит, если надо кому-нибудь. Вот ты вот молчал, Скар лежит, блин. Я не могу потом. Как бы у нас сейчас зона съест. Что тебе тут? Травка подозрит. Вообще, блин. Даже меня понятно. Так, а теперь вопрос, народ. У вас есть аптечки, бинт? Yeah. Я по хилам вот вообще ничего не...
меня только одно более утоляющееся. Да. По транспорту все так же, да? Прошлой катки. Опаньки. Нас 50, по-моему, стреляли. Это я стрелял, я пытаюсь до Жени. Нифига себе. Да, охерел, блядь, рядом со мной косяк, блядь, знаешь, сколько патронов влетело? А у меня звук был, как будто у тебя там где-то стреляют. Ничего не понял. Я юмпик точно, я сейчас с патронов 20 зажал в этот косяк. Танцы такой при... На сайгу нужна кому-нибудь? На калаш патрончики не желаете? Так, тумиган тут лежит. Вот. О, я хоть винтик нашел один. Ой, подождите сейчас. Так, Женя, что вам надо? Сэр, куда побежал? Чё такое? Тут я. Что, я тебе аптеку скинул? А зачем мне? А, в смысле маленькую? Патрик, на калаш. Сэр, нужна эмка или патроны эмка? О, нет, у меня калаш есть. На калаш, если только. Дался, что ли? Чё? А Женя? Такое? Ходи, это не... Вон. Откуда? Слышь, самбара, короче, Жень, самбара, которым ты был, погнали отсюда лучше аккуратно. Координаты какие, ё-моё? Амбар здесь. Ё-моё, уйди, не в спину. Да, я говорю в спину. А, вижу. Да, он там, вижу. Да, вижу, он за дома отошел. Сэр, пробуй убежать. Сейчас, подхиляюсь. Там увеличенка. Я вообще без прицела. Я сильно толкаю. Чё, где он? Игорь, у тебя увеличенка есть? Да, есть увеличенка. Сайгу. Стой, подожди. Он у меня, в соломе уже тут. Соломе? Да, в правом углу был. Игорь, сзади. А, нет. Вру. Вот, слева. Он перешел. Убил одного.
Где еще один? В соломе еще один. Я убил в соломе. Еще один в чистом поле, вот откуда мы бежали. Брать, я сейчас захил. Че за дым? Ты кинул? Я кинул. Да, вижу его, там он. За дом. Люди, помогите! Быстрее, он здесь за дом зашел. Игорь, он лежит вон. Я вальнул. А, все. Не, поднимите. Да? Ты убил его? Да, да, да. Хорошо. Сука, тварь, у меня ничего не осталось. Кошкин кот. Ты его с коряка, да, положил? Да. Только шлем остался. Аптечка ей нужна? Иди сюда в солому. Чтобы не отказать. Парень, ты мне шлем должен. Скар нужен кому-нибудь? Так, патронов. Нет, только если шлем помощнее. Патронов уйма на Скарель. Иду. Люди, шлем есть где-нибудь? Первый хотя бы вообще целый. Вообще нету, я этому вообще шлем вынес в хлам. А, вот лежит все. Кто топает? Да ты топаешь. Свои. Так, у того что, ничего не было? Да, вот там, короче, прицелов до кучи и патронов на М-ку. Где он убил? Где-то убил? Глушитель на ПП надо кому-нибудь? Так, мне надо. Надо. Сэр. Фанташи, возьми на коряк. Давай. Да, там вниз сам пролистай. Ага. Хорошая штука. Прицелы. Патроны калаш маленько хотя бы. Так. Хотя бы двадцаточку бы хотя бы. Так, сейчас подожди. Я. Калаш, да? Скорель бы взял бы. Так, а у меня, слушай, всего, блин, мало, 25. И у нас опять, короче, 25? Зона и опять, да, 22 человека. А, слушай, иди сюда. Все, пойдем. Пойдем за мной. Так, а на калаш там не было. Да. Калаш, возьми Скорель. Тут на Скорель 200 патронов с лишним. А, точно. Давай. Тело поснимай, там все прибамбасы с калаша. Карель лежит, тут патронов фигово туча. Я там еще в амбаре 120 штук на... Да, куда? Так. Теперь давай я тебя караулю маленько. SX-8. Теперь только да, быстрее? Да, блин, сейчас, патроны. 103 там еще, 103 там еще лежит. О, все. Голограф, если что тут есть. Да, побежали по ходу за этого, за Кирона. Нас человек опять. Палаш, ты говоришь, мало патронов не стоит, так. Сэр, ты чё? А, туплю, сейчас. Ну, в смысле, давай прицел быстрее. Скинулся. Так, вы где? Все вижу. Ага. Давайте вас минута. Вообще ни одной аптеки нет. Так, а слушай, как с увеличенками-то на СР везет? Вообще не говорю, у меня быстрого доступа висит на СКС. Две штуки. Женя, у вас нету СР аптечек хотя бы одной? У меня одна, по-моему, есть. И одна. Так, что нам транспорт нужен, да? Да бегите до зоны, тут недалеко. А, все. Проблема в другом, тут местность очень сильно от. А, ясно. Чисто он для открыт. Патрики на М. Да, их. Мне. У меня сотку патронов на М-ку на. Кстати, а если с транспортом проблем нет? Там на 105 на дороге в недр стоит. Надо, пожалуйста.
Так, ну что, все, побежали. Ой, ёп. Нормально, я не заметил. Падает. Чтобы попасти, не забирать, я просто попасти бы как-нибудь бы аккуратно. Нет? Я не сказал-то, что зона. А вы где, народ? Зона пошла же. А, как зона? Какая зона? Не надо зона. Она уж почти вас съела. Аир падает, а, зараза. Теперь паси, он как на ладони там. Он за холмом. Можем, кстати, подтянуться с этой стороны. Я что хочу сделать, я вас жду, я что, один туда что пойду. Я могу джип забрать. Да, давай. Надо? Мне этот аирдроп нафиг не нужен. Что есть, чтобы так воевать? Народ поубивать, который за этим аэром пойдет. Так, слева дом у нас там. Смотрите, просто засада какая. Дома народ не пошел. Вдруг там АВМ. Берем за этим пригорком. Я вообще не вижу. Надо к зоне ближе двигаться, наверное. Да, надо. Вроде как, дома вот эти вот слева не лутанные, значит. Я чекал тоже сейчас, чтобы народ с ними убежал. Ну, там вроде шевеления не было. Аэр упал. Так, кто-нибудь видит? Пьем, правда. Ой, я захожу. Зоны, короче, ждать, потом с зоны пойдем лучше. Пасешь. Тень, тебе нужен прицел, или у тебя есть? У меня четырехкратник есть, если что. Эка. Что у тебя? Есть ли прицел вообще? 4 коллиматор. Тарь какой-нибудь. Дома аккуратнее могут быть. Серьезно потерял аирдроп. Куда он падал-то? Вершина горы. Главное, попрямимся потихоньку. Главное, чтобы нам мне в спину не пришло, то сейчас какая-нибудь. Погнали, 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 погнали. Куда они же их там? Давайте хорошо. В этот раз высоту поддержим все-таки. Она сейчас занять, как хорошо, чтобы нам спину не дала, чтобы я знал, что мне спину не дала. Двигайся аккуратно. Вот давайте вот сюда вот они сейчас сядем. Аир-то. Он в задницу упал. Найди аир. Нам бы вот под тот камень, наверное, был лучше. Камешек прямо перед нами. А, тут просто видишь, у нас есть шанс, что нас оттуда никто в спину не давать. А почему здесь сел пока что? Дома смущает больше. Там нет никого, я смотрю. Да мало ли. Двери все закрыты, даже рядом никто не ошибается. Ой, зона я как нам не вижу. По краешку пойдем. Кто не палится, не вижу, не вижу. Говори, никто не знал какого-нибудь. Так, нас трое, то есть еще 6 человек осталось. Оп. А, бежать, ДЦР бежит, тут видишь? Нам справа никто не даст, а сверху нас... Даже если ты попадет разок, на, мы убежим. Проблема, пошли, у тебя первый хлемак. Пошли, мам. У меня еще и броник коцанный. Половину почти.
Игорь, у тебя броник какой? Первый, второй? Второй. Надо сейчас зона. Евгений, как ты топаешь, капец. Ты б снял уже ботботы свои. Вот на эту скалу нельзя забраться, которая центральная торчит. Поверь, даже если это можно было забраться, ты бы отхватил бы сразу. Рот, зона, 20 секунд. Кого нету? Вообще никого нету. Сейчас встретим, блин. Соня, сижу. Говори сейчас, сэр, знаешь, там обидно в таких играх, когда тебя только в спину убивают. Ага, коряк на другой стороне, пошло мясо. Похоже, два склада осталось. Ой, люди, вижу, на 115, возле КамАЗа, один в кузов залез. Дайте ему кто-нибудь голову, у него спину видно. Там еще за КамАЗом сидит. А, да-да-да, вижу. Блядь, это не стреляет. Дайте любому в голову. Попробуй обойти сзади в голову, сейчас дам. Я с тобой. Тер, смотри там. Стой, смотри просто, если пойду двигаться куда-то, сразу говори инфу. Как она? Тер, зачем? Вырубил, ладно. Там второй ладно. Его поднимать будет. Молчу. Прям золотом за левым. На 115. Ты, который в кузове вырубил? Да, он выскочил, там его поднимает за углом другой. Я вырубил одного. Еще где-то есть, осторожно. Х-15! Тихо. Он тебе уже не нужен. Займите позиции, вы в зоне, нормально. Я тоже в зоне. Осталось два человека. А, нет, вы не в зоне, кстати, в зону зайдите. Два человека осталось, слышишь? Сколько они, скорее всего, за горой. Так, как бы меня не обошли. Смотри себе спину, Цер, смотри сейчас себе смотрю. Спину. Я у себя смотрю. Женя, давай быстрее. Сейчас. Я хилюсь. Все, Болик. Болик. Я успеваю, все нормально. Ты не в зоне, Миклуха. Я в зоне. Я не в зоне. Тайга на ближний бой. Ты подобрал, да, у них? Кто к Церу сразу бежим? Главное не лезь. Я к Церу пошел, им здесь не обойти уже. Скорее всего, здесь не обойти уже. Спину на альт поглядывай, я к Церу подвигаю. Блин, у тех парней зона. Я бы вот сейчас не говорил так. Что показалось, либо в спине кто-то был. Пойду-ка я спину посмотрю, люди. Блин, спину глянь-ка. Его за вот этим холмиком. Стоп, наверх нельзя? Никак разве? Я вот наверху вот здесь сижу уже. Нет, прям на самый верх. Здесь какая-то нычка есть, осторожно, у меня. Справа. Я захожу. 30 тех в спине, никого вообще, ни одной души. Здесь нычка, осторожно. Посередке нычка. О! Они здесь. Тарахили. Посередке. Я хилюсь. Подожди. Идет за мной. Привет, мразь. Все.
Отлично. Да. Ну вот, топ-1. Кир, ты сколько убил? Пятерых. Я двоих. Хорошо, цербол. Одного вырубил. Хорошо, цербол. Там то, что вырубаешь, мы потом добили. Подожди, ты вырубил который... Не, я все, пацаны. Все, давайте. Всем спасибо.